что, привет! С вами Герман Рей и рубрика «Лесная жизнь». Сегодня на обзоре у нас вот такая панель. Любезно предоставил мой коллега и друг Иван. Спасибо тебе. Уже третий день только я ей пользуюсь. Заряжаю телефон, фотоаппарат и фонарики. Вот, как я делаю. Подключаю днем, когда плыву, либо когда обедаю, такой пауэрбанк. Вот. Фирма Yongguang. Может быть, ссылочку оставлю в описании под видео. Но я по-любому буду заказывать такую же. Точно такую же, проверенную. Вот, включаю. Выставляешь на солнце, и уже видно, индикатор горит. Два USB входа, можно сразу одновременно заряжать. Вот я вот так подключаю. Можно телефон сразу. Все, пошла зарядка. Заряжает. Ну, можно сказать, что три дня было солнце. Вообще облаков нет. Заряжал, протестировал на работе в облачный день. За час зарядился телефон 22%. То есть, ну, я думаю, это очень хорошо. Так что рекомендую. Влагостойкая, водонепроницаемая. Можно как сидушку использовать, либо резать колбасу, как разделочная доска. Очень удобно. Так что рекомендую. Вот такой быстрый обзор на солнечную панель.